Друзья, всем привет! Вы на канале «Усадьба Белая Лошадь». Сегодня речь пойдет у нас о наших стенах. Изначально, как видите, здесь сейчас уже я запенил щели. Изначально хотел сделать из-за того, что раньше здесь все было забито цементом, были листы фанеры, на эту фанеру были наклеены обои. Все это мы снимали летом, все это мы убирали. И после этого вот получился такой вид стены, где я запенил. И хотели положить мы здесь вагонку. Перед тем, как класть вагонку, здесь еще было полотно специальное, да, изоляционное, дышащее, чтобы вот эта вот пыль со стен, грязь не сыпалась постоянно, чтобы в доме не было пыли, я стены покрывал этим полотном. И просто под этой изоляцией уже лазили мыши. Ночью они шуршат под ним, особенно вот по этому пенопласту. Тут такие вот звуки, когда ты спишь, они скребут его, там что-то пытаются погрызть его и так далее. Это очень неприятно. Мы с Лерой очень много спорили, думали, хотели вагонку, хотели гипсокартон. Потом думали, зачем этот гипсокартон. Мы же переехали в деревню, хочется как бы такой деревенский дом, деревенский быт, уют. А этот гипсокартон опять превратит в дом, в какую-то квартиру, и этого, ну, не очень хотелось. После долгих разных рассуждений, общений с другими людьми, с людьми, которые делились с нами разным опытом, и в итоге мы пришли к выводу, что займемся очисткой стен от обоев, от остатков этого цемента. Придется снять снова эту пену, потом очистить вот эти вот углы, стыки бревен от вот этого моха старого забивали. Видно здесь старым мхом. И сделать заново новые затычки. Отшлифуем все эти стены. И придадим срубу более такой живой вид, более здоровый. И нужно будет еще подумать над цветом и... после шлифовки пропитать какими-нибудь пропитками. Так, пену убрал с этой части стены. Теперь переходим к отскабливанию этого цемента. Тут он прям слой цемента идет. Будем скоблить цемент и обои. Сделал такую штучку. Это... какой-то из видов шпателя, не могу сказать точно. Просто он очень давно, еще со времен СССР, валялся и как бы очень удобный. Я заточил одну сторону на нем. Он острый и очень здорово просто и снимает хорошо пену и хорошо входит в обои. Плюс хорошо соскабливает цемент. Так, все, что от скребцы получилось, я отскреб. Остались вот остатки вот от цемента, вот эта пыль. Небольшие куски обоев. Сейчас мы это все намочим водичкой, и оно благополучно все само уже отойдет. Наши лучшие друзья. Тряпка и вода.
Ну, дальше попробуем, что у нас как отходит. Вот. После воды хорошо отходят обои. Это еще надо намочить. Друзья, ну вот примерно так вот все это дело получилось. Даже без шлифовки уже появился какой-то определенный вид у этой стены. Она стала более чище, более приятно на нее стало смотреть. Вот, думаю, после того, как я ее отшлифую и придам ей определенный цвет, пока мы еще не придумали, какой цвет будет, может, под цвета вагонки, не знаю пока. Но работа выполнена с этой частью стены. Думаю, неплохо получилось. Так что, друзья, такое небольшое видео о стене в нашем доме. В скором времени постараюсь записать шлифовку стен. Этой стены и других стен, которые также надо будет, как и эту, очищать, потому что, ну, все стены в этом доме были в плачевном состоянии, ну, в таком виде, как вы видели до этого. И нужно, чтобы они все приобрели примерно вот такой вот вид перед началом шлифовки. Надеюсь, шлифовку выполню до весны. Просто говорят, что будет очень пыльно, нужно будет окна открывать и так далее. Ну, посмотрим. Если Лера куда-нибудь уедет, там, я не знаю, на практику какую-нибудь или еще куда-нибудь, то я как бы смогу спокойно это все отшлифовать дело и сам, чтобы как бы ей, ну, не находиться в этой пыли. И я могу спокойно все это дело сделать. Надеюсь, я это сделаю до весны. Вот, следующее видео, еще одно видео следующее хочу записать о нашей печке. Вот, мы покупали печь, я так и не сделал обзор на нее, который мы прогреваем. Это огонь батареи 7. Вот, и если вам интересно узнать об этой печи, то я могу вам как бы сделать небольшой обзор на эту печь. Как стало холодать, мы ее купили, поставили и... топим до сегодняшнего времени. Все это помещение, весь наш дом отапливается одной этой печкой. Вот. Если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу этой стены. Вот. Может, сделайте какую-то подсказку, что можно сделать с этими стенами. Чем пропитать после шлифовки, красить, не красить после шлифовки, может просто пропиткой какой-нибудь обработать. Буду рад услышать от вас эти комментарии, узнать для себя что-то новое и, соответственно, сделать это. Так что, друзья, спасибо за просмотр данного видео. Пока!